Рыбочки. Конечно, может быть плохо видно, ребят. Вот. Что-то еще собираем дальше. О! Не повезло. Не повезло. Ладно, ребят, продолжаем. Скоро уже заканчиваем. Берем достаточно количество не только сушек, но и шишки, точнее, а грибов. Потому что у нас только мы грибы собираем, а шишки как раз я и говорил, что сегодня я соберу пару шишек. Ну что ж, пока.